Оперативники задержали молодого человека, который подозревается в сбытии гашиша. Житель Чебоксар очень увлекся незаконной деятельностью и дарил приятелям наркотики на день рождения. Подробности в репортаже наших коллег из пресс-службы МВД по Чувашии. Оперативники межрайонного отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД получили сообщение о том, что в Чебоксарах появился молодой человек, занимающийся сбытом гашиша. Для проверки было принято решение проведения оперативного мероприятия «Прачечная закупка», в ходе которого были приобретены наркотики, и впоследствии уже сбыча был задержан. Свою вину молодой человек, кстати, юрист по образованию, признал полностью. В ходе обыска в его съемной квартире по улице Матызалка оперативники обнаружили 46 так называемых чеков. Это фольгированные свертки с твердым веществом внутри и 8 кусочков спрессованного зелья. Экспертиза признала свертки гашишем общей массой более 34 граммов, а остальные кусочки – наркотическим средством тетрагидроканнабинолом массой свыше 0,1 грамма. Да, и почем вот это вот получается одна доза? 1000 рублей вот то, что отдал. Также в ходе обыска были изъяты 33 тысячи рублей, предположительно вырученные за продажу наркотических средств. По словам подозреваемого, наркотики он приобрел в Москве в конце прошлого года, как для личного потребления, так и на продажу. Уголовное дело возбуждено за сбыт наркотических средств в крупном размере. Согласно части 4 статьи 228 прим. 1 наказание до 20 лет лишения свободы. Кроме того, оперативникам стало известно, что частенько подозреваемый приглашал к себе в гости приятелей и устраивал гашишные посиделки. Бывало и такое, что, придя на день рождения, он дарил имениннику наркотики в виде презента. Законом это также квалифицируется как сбыт наркотических средств.